На господдержку претендуют три территории в Ивантеевке. Это бульвар на улице Задорожной, сквер на улице Рощинской и набережная реки Учи по улице Новая Слобода. Минимальную поддержку жители пока оказали скверу на Рощинской, площадь которого почти 2 гектара. В сквере жители микрорайона любят отдыхать с детьми и заниматься спортом. В случае победы здесь планируется устроить новый детский игровой комплекс, заменить покрытие существующих пешеходных дорожек и проложить новые, озеленить территорию. За бульвар по улице Задорожной проголосовали 850 жителей. Он расположен вблизи социально значимых объектов – школ, детских садов, школы искусств. Если бульвар победит на голосовании, на территории 3 гектаров проведут комплексное благоустройство, заменят покрытие, установят детские площадки и новое освещение. На сегодняшний день на голосовании лидирует территория набережной Учи. За нее подано 1346 голосов. Площадка может стать новой точкой притяжения жителей и гостей города. В случае победы на объекте планируется провести комплексное благоустройство, провести планировку территории и построить набережную, устроить дорожно-тропиночную сеть, установить малые архитектурные формы, сделать освещение, посеять газоны.